В общем, я сегодня хочу коснуться такой очень, ну, такой странной темы, которая имеет очень большое отношение к нашей главе, но она, в общем-то, она тема отдельная, очень странная тема. Называется «Снег в Иерусалиме». Ну, нашим слушателям, тем более в России, странный вопрос, что за снегом в Москве и так далее. Но есть очень принципиальное отличие. Есть места, где это самое что естественное порядок в жизни, а другого, когда это не порядок в жизни. И поверьте мне, что я бы эту тему не коснулся, если мне свыше не послали мне два материала, которые просто я посмотрел и понял, что это вещи, мягко говоря, не случайные и требует, надо не задуматься. Я просто коснусь всего трех вещей. Сказал две, но там здесь три вещи. Разгар снега был в пост 10-го Тевета. И 10-й Тевет – это день начала, действительно, блокады Иерусалима. И, действительно, мы тут жили 2-3 дня, ну, в некотором подобии блокады, скажем так. Без изучения подробностей. Когда мне, так сказать, заметили эту вещь, я сказал, что если нам сочтено, не дай Бог, было сочтено блокада и осада, так дай Бог, чтобы мы если полный раз уже в этом, что сейчас было в Иерусалиме. Но, с одной стороны, когда говорим про снег, то сказано, что это Таанит. Это вообще особая браха, особое благословение для гор. Там, где дожди не питают горы, так растекает, там снег это питает горы. Это, скажем, Масехет Таанит. Но, с другой стороны, мне показалось, есть очень такое интересное совпадение, когда тоже я бы сам по себе этот момент бы меня не очень интересовал бы. Но вот если место в Вавилонском Талмуде упоминается снег. В частности, это Масехет Йома, тот дав, который пришелся на дав Йоми 10-го Тевета, описывается, как наш великий учитель Гилель Азокен платил деньги за вход в Бет-Мидраш. Это очень важно платить деньги за вход в Бет-Мидраш, потому что тогда эти уроки ценят. Когда они бесплатно, таких не ценят. И в один день раз у него не было, что заплатить, его не пустили, так он сидел на крыше и через трубу слушал урок. Когда мы нашли его похороненным под снегом, это вот тоже, говорится, это было в один из дней Тевета, не оказывается, какой день. Но опять же, то, что этот дав попался в день 10-го Тевета и в снег, то есть я не... Человек нелегковерный, и мне трудно быть какими-то приметами, какими-то знаками. Вот. Но потом мне прислали еще один материал. Тот меня немножко как-то задел. С этим материалом мне нечего сказать. Есть в одном месте, точнее в двух местах, упоминается в Танахе, в книге Шмуэль, в Деврея Мим, русской хроники, упоминается Йомашелек, день снега. Вот у меня тут открыто это место, это очень интересно. Описывается один из великих людей, из приближенных Давида, звали Бенео Бенеравьяда, велик в Торе, как это говорит в Гмара Масехет Брахот. И там говорится о нем такая вещь. Я прочту это на оригинале, потом переведу русский язык. «Ву ярад вейкае саари бетоха бойр вьяма шолек». И он спустился и поразил льва в яме в день снега. День снега. Какое-то место есть. Вот есть тут в Гмаре Масехет Брахот Даф Юд Хет,
и в Таргуме на месте есть объяснение, что там, что было его величие, что имеется в виду, поразил льва. И там есть тут замечание по грамматике «эт-гаари», там есть определенный артикль какого-то очень определенного льва, что есть определенного льва. Львы, они все одинаковые. Чем они отличаются от другого? Если бы льва буквально. Вот. Есть тут очень интересное Таргум Рабби Йосеф, это буквально Таргум, есть по-русски очень хорошее слово «толмач». Это «метергем». То есть Таргум это принято от нас, с величайших мудрецов прежних поколений, это объяснение Танаха. У нас есть Таргум Ункулус, у нас есть Таргум Эрнст Мулазиль, вот часть Танаха, есть Таргум Рабби Йосеф, это один из мораим Вавилонского Талмуда, буквально из самых известных мораим. Вот ему есть Таргум Рабби Йосеф, на евреями. И там он объясняет, что такое Йом ха-Шелег, что такое день снега. Это 10-е Тевета. 10-е Тевета. Ну, то, о чем здесь говорится, это еще было до разрушения первого храма. Было пару сотен лет, не пару сотен, прошу прощения, это было более 400 лет до этого. Почему вдруг Рабби Йосеф упомянул, объяснил, что имеется в виду Йом ха-Шелег, имеется в виду 10-е Тевета. Там были какие-то хроники по этому поводу, не думаю, кому это интересно, кому это важно вообще. Какой день, какой богатырь убил какого-то льва, и в любом смысле, несказательно, какое-то имеет значение. Вот почему вот здесь переведен Йом ха-Шелег, день снега, 10-е Тевета. Это очень, так сказать, серьезный вопрос. Вообще 10-е Тевета очень отличается от остальных постов. То, что приводит Рамбам, если случался 10-е Тевета выпадал на субботу, когда еще освещали месяц на основании свидетельств, а не по таблицам, то 10-е Тевета постились в субботу. В отличие от остальных постов. Мы даже Тишабов не постимся в субботу, отодвигаем это на после субботы. Я слышал такое соображение по этому поводу, что вообще-то говоря, разрушение храма началось с 10-го Тевета. То есть здесь конец, это 9-го Ава. А начало – это 10-е Тевета. 10-го Тевета – это начало, так сказать, катастрофы, когда Навуходоносор окружил Иерусалим. И слышал еще одну вещь по этому поводу. 10-го Тевета есть такой день суда свыше. Построить Иерусалим заново или не построить Иерусалим? Короче говоря, просто чтобы вы лично поняли, есть 10-го Тевета некоторое ощущение к памяти Дня Суда. И это причина, что в этот день даже в субботу постятся. Какое имеет отношение снег к понятию суда? О. И тут я хочу вам привести то, что все вы слышали. Мы говорим в Лейль Шаббат Эшет Хайль. Воспеваем великую достойную жену. Это Эшет Хайль, который имеется, безусловно, не только. Есть самое простое понимание, Эшет Хайль имеется в виду Тора,
имеется в виду Шхина, Мидат Амалхус. Об этом надо открыть просто весеннее гро, видеть, хотя бы коснуться о тех великих вещах, о которых мы там говорим. Вот там на месте говорит Гаон, есть там такая фраза: «Ло тирале бейса мишалек, ки коль бейса ло бушоним». Она не будет бояться за свой дом из-за снега, как весь ее дом одет. Одет. Короткий перескак. Ну, опять же, тут то же самое. Ну, понимаете, что безусловно мужу стоит и хорошо воспитать достоинство собственной жены в самой красивой, достойной форме. Он добавит к шломбайту в этом отношении. Но не эта функция умнейшего из детей Шлома Мелаха, это не его функция. Так вот, говорит Вильнинский Гаон, что имеется в виду шалек, имеется в виду высший суд и гейну. Не будет бояться гейну. И поэтому говорит следующая вещь, что есть два вида гейнома. Геном огня, геном снега. Снег. И эта вещь очень понятная. В каком смысле? Слово здесь не имеется буквально ни огонь, ни буквально снег. Так, место, где не для души, но духовное. Но есть горение, а есть замерзание. И то, и другое – это страшное наказание. И горение, и огонь, и замерзание. В этом отношении шелег, снег – это одно из синонимов генома, то, что это было. В книге Зоар, в начале ее, приводится очень глубокое каббалистическое объяснение этого стиха, который мы сейчас привели. И я сейчас не берусь его даже объяснить, потому что очень глубокое. Это сейчас не нужно. Это тоже следующая вещь, что Йома Шалек, день снега, имеется в виду день высшего суда. Если уже речь о высшем суде, то мне уже понятно, почему это такое отношение 10-го Тевета. Это 10-й Тевет, потому что мы уже понимали, что называется днем суда. День, когда и надо еще вещи просто помните постоянно. Понятие суда на нашем языке означает не только решение, а также и само наказание тоже. Поэтому 10-й Тевет было на днем начала наказания. И это то, что я для себя понимаю, то, что я хочу это вывести из слова Рав-Йосефа и книги Зоар, без всякой связи с Неговерусовым последним. Просто. Говорится, что Йома Шелек – это 10-й Тевет. 10-й Тевет. Ну, когда такое случается вообще реально в жизни, такое совпадение, и плюс действительно ощущение блокады. Ну, допустим, я знаю, там есть места, где, по-моему, до сих пор еще не восстановлено электричество нашего друга Равадия Кольмовского. То есть там живут люди с генераторами, что все завалило, полетело электричество и так далее. И это требует размышления, это не просто так. Особенно странно сейчас то, что я сейчас уже сегодня упомянул, то, что Масехет Таанит, говорится к снегу, как особое благословение для гор. Это непонятно, это день суда или день благословения. Ведь реально здесь мы на святой земле, до дождя,
была засуха, тяжелейшая засуха. И мы молились о дожде. Конечно, этот снег очень спас положение, случается воды в Святой Земле. Так что, что такое? Это суд или это наказание, или это благословение? Что такое? Еще хочу сказать просто одну вещь. В этом месте Зоар касается одной вещи. Он говорит, что снег, то есть замерзшая вода, вода символизирует хесед, благодеяние. А вот есть такое понятие замерзание благодеяния, лечение, оно, так сказать, замерзло благодеяние. Видеть правление и ограничение суда, когда возможность благодеяния, она замерзает. Замерзает. О. И тут я хочу коснуться одной очень темы внутри темы. Есть в Талмуде в нескольких обсуждается вопрос. Это то, что называется в нашем языке «люкуей амеорот», а буквально солнечные и лунные затмения. Есть полные, есть неполные, видели мы в жизни, и те, и другие. И есть там, говорится об этом, что надо сказать, дурной признак. Дурной признак. И это очень странная вещь. Что это дурной признак? Мы сегодня знаем из таблицы лунных солнечных затмений много лет вперед. Таблицы еще не сегодня возникли, очень старые таблицы. Как мы знаем, наши учителя, они разбирались в астрономии во время храма больше всех великих астрономов. Известно, что рассчитаны нашими мудрецами, точнее, полученным с горы Синай расчет жизни лунного года, он самый точный, который сейчас существует вообще. То есть наука постепенно приближается к точности этой, постепенно. И я не сомневаюсь, что наши мудрецы знали, что это есть тут некоторая периодичность, связанность, это есть таблицы, может быть, делали, были таблицы. Вот хотя я слышал точку зрения, что это имеется в виду затмение, которое не соответствует таблицам, я позволю себе объяснить это не так. Действительно, есть таблица. Есть таблица. И вроде бы все запланировано. Почему же это плохой знак? Почему это плохой знак? Все запланировано. Даже если евреи в этот год были бы самыми лучшими, но знак остался. Он может в итоге ничего не привести, это просто другой этот знак. Эта вещь не обязательна, но это знак. Хочу бы объяснить примерно так. Вот есть в нашем мире так называемый нижний мир. Мир, земля, небо, солнце, луна, свет в этом мире. Это все нижняя сфера, так называемая Улама Асия, миродействие, один из четырех миров, которые Всевышний создал в этом мире, в своем творении. Вот. И все эти миры связаны друг с другом. То есть у нас, мы реально живем в этом мире, нас окружает два светила, Солнце и Луна. Это, безусловно, соответствует высшие светила, духовное светило, которое тоже светит нам светом в нашей жизни, в этом мире. Есть нечто, что-то соответствует Солнцу. Не буду называть их названия каббалистически, сейчас это не важно. Нечто соответствует Луне. Вот когда есть, мы видим в мире, в этом мире, когда наши кроечные светила, они
поражены. Это говорит Ульяна о том, что какие-то высшие светила, светила высшего света тоже поражены. Буквально они нам не светят. Они есть на своем месте, а нам они не светят. Это видно дробь, это очень давно. Когда выше все нас не светят. Ой-ой-ой. Это может быть не наказание. Это может быть, то, что называется, Всевышний нас испытывает разными испытаниями. Это одно испытание должно пройти. Словно, если мы делаем чего, мы исправляемся, то хотя и эти проявления внешне не изменяются, но высшие светила, они не подчинены этим таблицам. Поэтому это имеет смысл. О, почему я часто говорю? Это сам собой очень важная вещь, то, что я сейчас объяснил. Люди не понимают, не знают, это просто вообще. Что за другие изменения, но надо быть, знать астрономию, чтобы все поставить на место. Наши мудрецы знали астрономию. Сказал Шмуль про себя следующую фразу. Мне знакомы буквально тропы, звездные тропы, как тропы города Нарадой. Сказал Пищевета, вдруг Шмуль известными тропы Нарадой, мудрецом Торы. Откуда знал все тропы города Нарадой? Я, например, не знаю все тропы Иерусалима, совершенно точно. Он написал примерно так. Он был крутым врачом. И врач должен, знаете, попасть на нужное время иногда, узнал, знал все тропы народа. Так он сказал про себя, что знает за небесные тропы, также знает тропы народа. Даже более того, просто пример, чтобы просто понимали. Как известно, что наши мудрецы знали. Наши мудрецы сейчас миллиарды звезд. Сравнивается на Кришне, на браха нашего народа, как звезды. А мы-то знаем, что сколько звезд видно, можно посчитать. Я был в детстве очень любил астрономию. 6000 видимых звезд примерно есть. Все дела. Это называется большая браха. Так вот, есть такое созвездие, когда я не помню, за по-русски, называется на Вите Кима. Что такое Кима, говорится, там в Иоанновском Талмуде, это Киме. Там есть около 100 звезд. Да, я говорю, Шмуль, там есть около 100 звезд. Там глаза невероятно видно, буквально несколько. Вещь известна. Известно, что звезды, известно это. Даже мы все знали, что такое страна. Намного лучше нас. И они имели в виду, понимая, как наш материальный мир отражает миры духовные, что затмения в этом мире не отражают затмения в высших мирах. О. Так опять же, зачем я сейчас об этом говорю? Объясню. То, что видим вокруг, в мире, это тоже проявление и отражение то, что происходит в высших мирах. Поэтому есть вот снег, это замерзание природы. Для нас это подобно осаде Иерусалима буквально. Это о чем-то говорит, то, что происходит в высших мирах, в отражениях. Тем более, если происходит, видимо, такое вот... Такое страннейшее совпадение попадается на 10-е Тевета, как уже упоминается в Таргум Йосеф. Опять же, должен выпал также и Даф и Йоми, и день, ежедневно лист Талмуда Вавилонского, тоже там со снегом, в Тевете причем. Нас чему должно научить? Я не знаю чему, но это вопрос, когда надо задуматься. Я хочу немножко пытаться найти ответ на вопрос из того, что говорится именно в этих псуким, вот в Торгове Рабейсифа, может быть, в Масехет Брахот,
а кто такой этот самый лев, которого поразили в яме в этом вот в снежный день, день снега? Кто такой этот был лев? Вот Игмара Масехет Брахот и Торгу Раби Йосеф приводит объяснение, что Ари не имеется буквально Ари. Речь не будет про объяснение каббалистическом книге Зоар, а то, что Талмуд, то, что Торгу Раби Йосеф. И давайте просто вещь немножко поймем, что она построена. Конечно, буквально представить себе, как мужественный воин поражается в одиночку без огнестрельного оружия льва. Это требует большой силы воли, большой силы. Вот таким Шимшин был таким. Ну, это понятие гвура, могучесть. Наши братцы вестили что-то немножко иначе. То есть, что такое мир, гибор, то есть, кто является по-настоящему, в том по-настоящему могуч. Тот, кто побеждает собственное дурное начало. То есть, имеется в виду следующая вещь. То есть, понимаете, гвура, мощь, могущественность, означает силу побороть то, что тебе, что противостоит. Есть в мирском понятии этого мира победить, я знаю, льва или тигра, это пример. Это пример связанной могучести. Говорят наши мудрецы, что есть могучесть гораздо больше. Есть могучесть силы воли и духа человека в виде собственного добрая начала. То есть я хочу сказать следующую вещь. Наши мудрецы пользуются сравнением победителя льва, то они не обязательно даже иметь вещи буквально. Они могут иметь вещи в виду, победить какие-то противостояния духовные, когда человек их перебарывает и побеждает. Вот тут я хочу вещь немножко объяснить на примере Торгу Раби Йосефа. Он говорит вот следующую вещь, объясняя это место. Ну, почти так же без стенов в Талмуде, немножко разница, есть, но идея одна и та же. Что самый великий воин Давида, который был воин в двух сторонах, воин буквально, и воином в Торе, в этот день он коснулся чего-то, что человек отсюда получает то, что называется тума, нечистота. И чтобы от этого избавиться, этого недостатка, это был снежный день, было холодно, так миква замерзла, там она была под льдом. Он прорубил там прорубь, окунулся, и потом что делать дальше? Он углубился в изучение Торы, изучал эти книги, называется Тора с Коэним, это колоссальный комментарий на Хумаш Ваикро, за один день, которого разобрался в этом. Это книга, которая нам разобраться заняла где-то годик, в лучшем случае этого слова. Позволяющий разобраться в этой книге. И вот надо просто понять, что здесь имеется в виду. Вот, когда мы уже здесь говорили, что то, что нас окружает в нашем мире, это говорит о вещах в высших мирах, то снег, холод. Знаешь, что человеку и духовно холодно. Холодно. И знаешь, что Раби Зильбер писал, что про Малека называется Викар. Буквально случится, Викар слово крирут, холод.
достоинство в кавычках Амалека в том, что он человека охлаждает. Охлаждает. И то, что он сделал при выходе из Египта, когда он, так сказать, бросился в горящую, в кипящую ванну, как сказали наши мудрецы, и охладил ее. Охладил ее. Вот есть свойство Амалека охлаждать. Охлаждать. Вот представьте себе, это вот охлаждение, которое называется Йом ха-Шовек. Большое еще охлаждение. Так вот, понимаете, когда человек охлаждается, когда него, его, действительно, Амалекусу удается его охладить, в нем не горит ни вера, ни богобоязненность, ни желание учить Тору, ни Тора не горит в нем. Это очень тяжелая ситуация. И что это делает Бенаягу Бенегаве, да? Когда его окружает охлаждение. Он силой против, сказать, против физического естества разбивает лед, окунается в микву, смысл этого изучать Тору в чистоте. Ведь очень принципиально. Что люди думают, что можно заниматься Торой, параллельно будучи подключенным ко всем мерзостям интернета. Это вместе не идет. Не идет. Тора требует чистоты. Так вот, первое это было действительно очиститься. Несмотря на то, что действительно это было против человеческой природы, окунаться в прорубь. А второе это было погрузиться со всей силы изучения Торы. Почему? Потому что Тора называется огонь. Это приводит Рамхаль в книге «Дерех Эцхайм», это напечатали в издании «Дерех Твунот», отрывок этот. Тор называется свет, Тор называется огонь. И когда вокруг лед, вокруг все мерзнет, то у нас есть один способ погрузиться в изучение Торы в чистоте. В чистоте. Это тот путь, который нас направил Ильяу бен Яхаведа. То есть, когда мы ощущаем себя вокруг, холодно вокруг, Тора не горит, вера не горит, нам надо побороть себя, нам надо себя очиститься от любого вида нечистоты и погрузиться изучение Торы всеми силами, что Тора – это огонь, Тора нагреет. Греет, освещает. Это объяснение, оно также очень символично в отношении Гилеля. Вот, эта вещь очень принципиальная. В этом месте в Талмуде приводится там такая тема. Есть у людей три оправдания, почему они занимаются Торой. Первое. Мы очень бедные. Второе, мы очень богатые. Это еще лучше оправдание, чем бедность. У человека есть десятки дел, сотни встреч, нужно крутить с миллионами, миллиардами, то как-то учиться не так просто. И третий вид оправдания, что человек думает себя оправдать, ну, мне очень мои ЕСРА, до начала меня очень запутал. Там говорится, что есть три человека, которые осуждают все эти, отвергают все эти оправдания. Первый это Гилель, он отвергает оправдание бедняков. Второй это Лезер бен Харсум, он отвергает оправдание богатых людей. Он был человек огромных богатств и сидел, учился постоянно. Третий это наш праведник Йосеф, сын Якова, который, надо сказать, на его все проблемы искуса до того начала он ему не подавался. И давайте просто вернемся к Гилелю. Вот Гилель в тот день, когда он был похоронен под снегом, почему он не попал в Бет-Мидраш? Он не заработал на вход. Очевидно, заработал не только на вход, не заработал, он также и с тобой тоже не заработал.
У Незабола на жизнь тоже в этот день. Но жить надо, жить это Тору. Даже Незабола, надо жить. Так он залез, слушает слова Шамая и Евтальона с крыши. С крыши. Тут есть еще просто понял одну вещь. Человек, живущий в бедности, он весь настроен, как бы, извините за выражение, что-то съесть. Буквально имею в виду. Ищет, где съесть, где что-то урвать. Весь он направлен на дополнение материального недостатка. Эта вещь очень простая, и думаю, что меня очень много людей поймут. Ему, когда с человеком поговоришь, как же вещи духовные, он видит, что просто не до жиру быть бы живу. Так он ответит. В том-то и дело, не до жиру быть бы живу. Наша жизнь, она не зависит не от материальных. Она зависит от Торы. Поэтому это то, что получили от Гилеля. Когда вокруг нечего кушать, когда вокруг все мерзнет, снег идет. Это вещь непривычная для Святой Земли, снег. Что делает Гилель? Он идет, слушает Тору. Это источник жизни. Это источник жизни. И более того, есть понятие бедность. Есть бедность более тяжелая, чем отсутствие денег. Говорят наши мудрецы, что бедность в разуме, она бедность гораздо больше, чем бедность в отсутствии денег. Иногда эта бедность тоже очень мешает человеку учиться. Ему не хватает разума, не хватает денег, знаний, ничего не знает. И в этом смысле есть у нас научиться у Гилеля. Когда человек окружает все эти вещи, когда все так мешает ему и учиться, и все прочее, надо уметь сквозь все эти преграды обратиться к Торе. И когда мы реально, давайте просто еще увидим. Мы реально начали сегодня урок с темы, что с одной стороны вроде бы видно, что снег это браха, благословение, с другой стороны написано, это связано с судом, наказанием. Да что это такое? Тут есть такой аспект. Когда человек использует испытание для того, чтобы подняться на более высокий уровень и перебороть его, то зло, которое есть в испытании, оно обращается в добро. То есть, когда человек, живя в сокрытии Божественного лица, в эстер паним, он берет этот эстер и обращает его в истинную веру, в непоколебимое исследование воли Творца, то это огромная сила, огромное исправление. Например, пишет Рамхальда Атвунот. Сила этого придет в Машиах. Сила такого рода вещей. Это испытание называется садык вирабу. Праведник плохо им. То есть в этом смысле, понимаете, что подошло с тем, чтобы Нех бен Яхаведа в снежный день? Он обратил внешний мороз, внешнее замерзание в огонь Торы. Огонь Торы в чистоте. Вот этот вот день, когда Гилель не заработал, было голодно и холодно. Что он обратил в этот день? То, что, я думаю, подняло его, что он стал Гилелем. Это на то, что на все это обратился к Торе. И это для нас большой урок. Это, по большому счету, все это самый общий замысел Всевышнего в этом мире, что то зло, которое есть в мире, создано для чего оно было создано, обратить его в добро. Когда мы испытания обращаем в более высокий уровень служения, это и замысел этого мира. Например, пишет Рамойш Халузатов, Месиат Ишарим,
что один, в этом мире у нас есть три, значит, три функции. Первое – это исполнение заповедей Торы. Второе – это служение Всевышнему. И третье – это выдерживать испытания. Вот выдерживать испытания – это вещь особенно важна. И, то есть, в этой ситуации, когда человек, мы говорим, говорится в Перке, вот что Авраам Авину выдержал 10 испытаний. Очевидно, имеется в виду что-то очень, очень особое, высокое. Это не просто испытание, опоздать мне сегодня на шахр, это не опоздать. Нет, имеется в виду. Еще гораздо более тяжелое. Ну, как жертвоприношение Ицхака, например. О. То есть, когда мы видим вокруг, что называется оледенение, холод, духовный холод. Надо знать, это испытание обратить в добро. Как? Зажечь себя огнем Торы в чистоте. Идемте дальше. Есть еще один способ, это как зло испытание обращается в добро. Допустим, я сказал это по поводу этой осады снега в Иерусалиме, сказал, что если нам было суждено, не дай Бог, осада и блокада, то дай Бог, чтобы оно это исполнилось вот в этой осаде снега. То есть всевозможные наказания в этом мире, они очищают человека, и снимают с него, они как бы рвут его долговые векселя Всевышнего. Вот он уже заплатил за это. Потому что плата в мире грядущего гораздо более тяжелая. Поэтому в этом отношении даже тот факт, что если человек проходит какие-то испытания, проходит какие-то невратицы, какие-то невзгоды, то реально для него это очищение. О. И поэтому человек просто одно большое правило. Есть еще одна вещь. Есть удивительная вещь, что бег без снега, он белый. Какая задумалась, почему он белый? Странный вопрос, правда? Очень странный вопрос. Я объясню. Святая – это вещь непростая, это вещь серьезная и глубокая. Об этом пишет Рамхаль, Дат Фунот. Почему есть у людей разные цвета в глазах? Какая честная тема. Знаете, вещь очень удивительная. Есть люди, это разные цвета в глазах. Почему же так? О чем это говорит? Рамхаль объясняет. Как наш глаз это орган, который намекает на божественное провидение свыше. Человек создан по образу правдобия Творца, подобно высшему управлению. Вот есть управление свыше, называется ашгаха, наблюдение и правление. Вот этот ашгаха имеет три категории. Имеет суд, имеет творение добра, суд и рахамим. Милосердие, кому милосердие, это не может выдержать суда. И говорит, что этим трем, это три основы всего управления. Хесед, дин, рахамим. Благодеяние, суд и милосердие. Так вот, этим трем видам правления соответствуют три цвета. В глазах у человека. Я, мать, я не специалист. Я допускаю, что большие люди могли глядя в человеческие глаза и видеть по этим глазам суть характера человека. Хотя, насколько я представляю себе, это не влияет на его зрение, цвет его глаз. Пока я там ничего не слышал. Вот, если сравнивается, но очень интересно, когда думали о том, что есть у людей почему-то есть разного цвета глаза. Я просто к чему-то говорю. Я думаю, что если мы снега снимемся нашего последнего снега в Иерусалиме, к сожалению, есть тут у меня некоторые замечания, что, к сожалению, потому что лучше бы его не было. Есть
ну, скажем так. Я скажу просто одну вещь, ну, даже две истории расскажу. Это была, одна из них была где-то 10,5 лет тому назад, когда мой старший сын Гидаля женился, так меня взял наш его будущий тесть, одному из великих праведников Иерусалима, был такой человек, умер уже, Рав Мордехай Цукерман. Рав Мордехай Цукерман, он был из последних учеников Хафец Хаима. Он учился в Радине у Хафец Хаима и видел там немало Хафец Хаима. Вот на будущий тесть перед свадьбой взял вот моего сына Гидаля и меня. Вместе поехали получить от него браху. Я видел, с Божьей помощью удостоился видеть в своей жизни немало великих людей. Немало. Меня человек поразил. Ни мудростью, ни глубоким пониманием Торы. Меня ни с ним об этом не разговаривал. Меня поразило, с какой теплотой, с какой горячестью, как ему было, как он, материться, может человека благословить. Ну, по принципу, вот пришел, опять пришел, кто-то мне мешает, надо сказать ему, что было хорошее, я скажу ему. Есть, ну, допустим, не так, по-хорошему, по-доброму, без претензий, почему-то пришел, пришел мне мешать. А есть человек, родитель, который чувствует, что он всю свою горячесть в душе вкладывает в то, что он говорит. Это меня просто поразило. Откуда у человека такая вот огонь внутри есть? Еще огонь хороший. Огонь радующий, не огонь сжигающий. Знаете, есть проблема на нашего поколения. Я ощущаю, что наша внутренняя температура падает. Если помните внимательно, это то, что писал Рабица Гзиллер в конце своей книги. Да докуда может упасть температура, так это есть такой там. Как, до какого уровня низкой температуры можем упасть? Гляньте в конце книги Рава Ицхака «Останься евреем». Там есть очень, очень важные вещи про эту тему. Кстати, можно вспомнить, я напомню это более подробно. Говорит, что, например, там пример. Дедушка, праведный еврей, ежедневно хочет молиться в синагоге, учить Тору. Вот второй, он уже как-то учится, сын уже как-то не учится постоянно. Ему просто не пойти помолиться ни в Миньяне, Ну, понятно, что дедушка, когда есть внук у этого дедушки, он видит, как папа, так сказать, живет, он вообще может иногда, так сказать, тфили не одеть, может, когда, так сказать, будет необходимо что-то работу нарушить. Не дай Бог. Вот просто сказать так. А что будет в следующем поколении? Докуда упадет температура? Докуда упадет температура? Это страшный вопрос. И Рав Ицхак почему-то именно это вопрос стал Хафец Хаим. Это место в Хафец Хаиме, Рав Ицхак Зильбер, он этим кончает свою книгу. Откуда может упасть температура? Это страшный вопрос. Я вещь немножко объясню. Мессиологическое. Есть, допустим, в законах субботы понятие «мнехет бишуль», «мальварка». Есть понятие «варки», когда есть сосуд, когда кастрюля стоит на огне с водой, кипит. Потом кастрюлю снимают. Она уже не на огне, но она еще варит. Это кли решен, первый сосуд. И вот переливают дальше, второй сосуд, она уже почти не варит. Третий, так, четвертый, пятый. Она быстро становится холодной. Вот, значит, проблема. Если дедушка стоит на огне, а сын, так сказать, уже не на огне, но еще горячий,
что внук уже клишини, второй сосуд и так далее. Слиши. Ну, можно посчитать, я сейчас не дело не в этом, тут важно в идее. Нет, сын это еще клишон, который сняли с огня. Я не ошибся. Но, так есть один способ. Я хочу сказать, это способ, когда в сосуде самом горит огонь, и когда этот огонь переливает из сосуда в сосуд, то нет понятия клишини. То есть если отец вводит сына в дом учения, он погружается в Тору. Тора – это огонь, Тора – это свет. То даже если есть некоторое понижение уровня поколений, но все-таки это мы передаем огонь, а не передаем холод, который остается по стене льдом. Это тут реально то, что нас учит. Тот самый Бнея-Бнея-Веда, когда вокруг есть снег, все замерзает. Замерзает, это символ замерзания духа, в частности. Что же сделать? Надо оторваться от всей окружающей грязи, окунуться. Самоотверженно окунуться, очиститься и погрузить себя в Тору. Вот тогда, когда есть ощущение Торы в чистоте, это тот огонь, который спасает от замерзания. Это в двух словах про снег в Иерусалиме. Почему снег белый? Это вопрос правильный. Я объясню. Белый снег. Я не знаю, почему снег белый, я не знаю. Я просто вижу, что значит белый. Что такое? Что смысл белого? Мы говорили, что вообще цвета, они отражают способ растительного направления. Вот белый свет он символизирует максимальное милосердие. Поэтому это написано в Раши. Раши Ширатаям говорит, что Всевышний открылся в Шарабейну, как молодой человек, когда идет на войну, и как старец, полный милосердия. Вот белый свет с единый, это символ, знак милосердия. Вот, в принципе, вещь белая означает это милосердие. Вещь совершенно противоположная, потому что снег это милос один, мера суда. Мера суда, ее цвет это красный цвет, а не белый. О. У меня есть еще другой, белый свет еще один способ. Есть в Торе понятие арба маротный гоим, две виды поражения царат. Это все белого цвета. Белого цвета. Кишель. Что? Там написано кишель, да? Да, кишельник. Это имеется в виду, там не было ни милосердия. Но можно сказать просто одну вещь, что когда мы используем, когда с нас снимаются наши долги действительно испытаниями, и мы их выдерживаем, и даже не выдерживаем, просто нашими страданиями в этих испытаниях, это само причина в итоге для милосердия. Есть один большой еще намек на этот счет. Есть одно место, где приводит Рамбам, Брахот Малахим, как намек на приход Машиаха. Сказано, что Машиах придет, когда и все будут великими праведниками, и все будут наоборот. И на это есть намек в Торе. В том месте, где говорится о поражениях царат, есть там такое выражение «Кулло афах лаван тагору», когда весь человек, весь покрыт поражением царат, он возвращается к чистоте. Это говорит Рамбам намек, что когда будет ситуация «Кула кулам хаявим», это придет Машиах. Конечно, это был величайший грех, Шабтая Цви. Он решил, что это его задача привести Машиаха тем, чтобы сделать их всех грешниками. Поэтому решил, что на всех обратить в мусульманство. Тогда придет Машиах.
Я скажу просто одну вещь. У нас нет обязанности говорить Машиах. Надо жить по Торе. И верить, и надеяться, молиться, что он пришел. Они делают такие способы. Сейчас мы всех евреев сделаем грешник, то он придет. Об этом это не наша обязанность, мягко говоря. Сделаем маленький перерыв.